Ну, вообще-то, 80-ка – это то, что доктор прописал для лазания туда, куда Макар телят не гонял. По сути событий, сюда можно поставить и лебедку, и колеса, но суть событий изменилась в серии J50. Отсюда стартовала комфортная серия. И J60 – это комфорт, и J80 тоже. Дальше только машины для типа крутых перцев – сотки и двухсотки. Да, куда-то можно заехать, но далее – либо трактор, либо полный улет обвесов на двухсотке. Машин выпущено мало, очень мало. Но почему-то у нас двухсотка – символ билиберды типа новых русских. Ну, нормальные новые русские, откатав чуть-чуть на линкольнах и на шестисотке в большинстве своем на том свете. А вы на ваших крутых, типа джипах, крутизной не станете. Хотя сотка с движками не вытягивает ваш семейный бюджет. Теперь 80-ка. Ну, по желанию, из нее можно сделать говнолаза. Можно. И ездит такая штука. Купить задешево не получится. Тут два варианта. Либо это Паджерик, либо УАЗ. И в то, и в другое вложитесь деньгами. Из того, и из другого можно сделать говнолаз. Но за те же деньги. Так что, господа, если у вас J70 или J80, так это все для России, то продавать их не надо. Можно и поохотиться, и смотаться за грибами туда, куда обычная машина не пролезет.